При открытии и управлении малым бизнесом можно действовать в одиночку. Но нельзя ли познакомиться с опытными предпринимателями, которые могли бы помочь вам на вашем пути? К счастью, можно. Добро пожаловать в программу «Планета бизнеса». Мы отправились в Апулию, на юге Италии, чтобы узнать, как начинающие и опытные предприниматели приезжают сюда со всей Европы, чтобы поделиться своими навыками и идеями для освоения новых рынков. Давайте посмотрим. Dolce Vita alla Electric – экологичный способ насладиться прекрасными пейзажами юго-восточного побережья Италии. Основанная в конце 2017 года компания Sagelio строит сеть станций зарядки электромобилей по всему региону Апулия. Компания также представляет услуги по прокату электромобилей. Джан Карло проверял свой бизнес-план, проведя 2 месяца в голландской компании, которая производит зарядные устройства для электромобилей. Обмен удалось осуществить в рамках программы «Erasmus для молодых предпринимателей». Джан-Карло, что вам дала эта программа? Благодаря этой программе я совершил путешествие в будущее, так как голландская индустрия электромобилей опережает итальянскую на 10 лет. Кроме того, я узнал, как работает надежный бизнес в индустрии устойчивой мобильности. Erasmus для молодых предпринимателей дал Джан-Карло навыки, необходимые ему для создания собственной компании. Но обмен также помог фирме в Нидерландах. Благодаря новому партнеру она вышла на итальянский рынок. А что принимавшая вас компания в Нидерландах выиграла от обмена? Прежде всего, в моем лице они получили партнера, который может провести исследование рынка на юге Италии. И теперь они могут пользоваться нашими станциями. То есть они нашли в нашем лице нового клиента. Так что выгода взаимна. В рамках программы начинающие предприниматели могут получить финансирование для сотрудничества с более опытными партнерами в ЕС и ряде других европейских стран. На сегодняшний день налажено около 6000 таких бизнес-партнерств. Массимо, вы помогаете координировать программу здесь, в регионе Апулия. Какое влияние она оказала на экономику? Очень позитивное и конкретное влияние. Мы заключили 68 соглашений между молодыми и опытными предпринимателями, и почти все они создают или расширяют свой бизнес и рабочие места. По каким критериям проходят отбор? Программа ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса, и нет никаких возрастных или отраслевых ограничений. На сегодня это все. Больше о программе Erasmus для молодых предпринимателей вы можете узнать на нашей веб-странице. Там есть дополнительная информация от Массимо, с которым мы только что поговорили. Спасибо, что были с нами.